Человек, четвертый номер, Мирослав Вуличевич, третий, Никола Лекович, сороковой номер, Милош Остоич, 44-й, Фабрисио. Подача Беньята на ближнюю штангу и удар поворотом. Вот, к слову, о голах. Вот как они штрафные и угловые разыгрывают. И вот сейчас вполне мог забивать 16-й номер Эчейта. Классная подача на ближнюю. Это не просто подставленная голова, это полноценный удар. Там был кивок. Счет 0-0. Пока фолов всего-навсего 9. Причем 7 раз сфалили хозяева. Всего 2 игроки Бильбао. Оскар де Маркос, подача. Вот это идеальный момент для Адурица, но забивает при этом Рауль Гарсия. 1-0. Оскар де Маркос, автор шикарной голевой передачи. По флангу постоянно на своем левом краю и постоянно ошибался. Там были нарушения правила. Теперь вот он пустил по флангу Оскара де Маркоса, который, посмотрев в штрафную, выполнил образцовый навес. Вот он поднимает голову, а потом подает. И Рауль Гарсия бьет точно. 1-0. Бильбао выходит вперед. Немножко раскрылась игра, и слава богу. Иньяки Уильямс выходит к воротам и катит мяч мимо левой от себя штанги. Отличная контратака Бильбао. Во всех отношениях попали в темп. Ну, вот этот пас, конечно, многое решил. Он, по сути, отрезал второго центрального защитника, который сделал движение навстречу мячу. Видите, вот. И вот в это самое место, где только что был центральный защитник, устремился 15-й номер Уильямс, которому не хватило сантиметров, наверное, 8-10, чтобы... Это его первый сезон в «Партизане». Очень неплохой, кстати, у него получается. 8 матчей и 2 мяча. Удар Беньята! Ух ты! 2-0! Вот это удар! Просто идеальный штрафной! И таким образом Беньят все до мозолей на больших пальцах. И вот смотрите результат этих тренировок. Ах, какой удар! Идеально пущенный мяч по идеальной траектории. Даже подпрыгнувшая стенка ничего не могла сделать. Она статична, она обзор удара не сокращает. Она просто прыгает. Беньят 2-0. Ух ты! Красиво щечкой перебрасывает. И там еще ведь есть такой момент при этом ударе, что и ногу нужно